Приветик, народ. Я надеюсь, я все правильно поставил. Я же не наркоман, да? Правда? Так. Ну и для Ютуба привет, не спящие, и все остальные. Значит, билд новый. Ошибку с разделкой не исправили. А во всем остальном все работает как и должно. Вроде бы. Ну вот только игра не захватывается. Это мы сейчас поправим. Оп. Я просто маг. Ну ладно, ребятки, поехали. Существовать дальше. Надо только чат свой проверить. Живучесть его. В условиях новой... нового обеспечения. Ну, вроде все работает. Ладно, пофиг, поехали. Нет, не мейнхард. Рандом. Ах, да, точно, точно. У меня же игра вылетела. Ну и ладно, сплаваем еще раз. Так, на что влияет... На что влияет плавание, мне интересно. Где это? Ага, плавание. А как плавание влияет на скорость? Способность плыть в одежде и с нагруженными вещами. А... Тут не написано, какой максимальный вес я могу тащить в воде. Ну ладно. Тогда не будем лишний раз тонуть. Вещмешок. Локотники. Пояс. Ножны. И пыльник. Попробуем. Конечно, погрузиться. Вы тонете как... Ну, конечно. Так я поплаваю просто. Под водой. А где? Ага, 93. Надо еще поплавать. О, уже единичка. Прям тонете. Ладно, поплывем голышом, как в прошлый раз. Делов-то. Шарф, очки, фляга. Панаму оставлю. Ботинки. Перчатки. Вот так вот. Доплывем? Да что ты будешь делать? Ладно, пофиг. Совсем голышом поплывем. Секси. Я надеюсь, пила там на месте. Заспаунилась обратно. Как и было до этого. О, одежда, кстати. Надо забрать. Надо было с собой полотенце взять в пакетике. Так, труселя. Отлично. То, что надо. Пара ботинок. Пара носков. Рубашка. А это надо с собой забрать. Но только некуда. А, ну конечно. Давай на себя. Просто на себе потаскаю. Ничего страшного. У тебя что? При нажатии Ctrl текст скипается. Здорово. Но я смотрю, так Мирка меня подвела сегодня. Сейчас мы ее накажем.
за это. Еоавичен мечтится сервер tme.twitch.tv Аскартес 901. Вот так-то лучше. Вот молодец. Еоавичен нель картес 901. Да, это специальное заклинание Ивоны. Теперь чат должен существовать. Ну, наверное. Так что, чат, долбани что-нибудь самого себя. Посмотрим, насколько ты существуешь. Термобелье для ног. Термобелье для торса мне, наверное, не надо. Сутана, нафиг. Шляпа. Отлично. Диамодный. Что у тебя там было? Ничего? Угу. А ты чем порадуешь? Пара ботинок, чулки, терморубашка, труселя, сорочка. Понятно. Галстук, трусы, шарф, кстати. Шарф. MR Firesize. Да, я манал этого интернета. Опять минуту грузит и 10 секунд видео идет. Ща чекну донат. Отстой. Но зато я починил Мирку, она теперь не так сильно психует. А почему термобелье с трусами конфликтует? Это же просто термобелье. Какая разница, если ты поверх на них, вернее, поверх термобелья натянешь трусы? Это же просто трусы. Какая разница? Бред. Костюм, майка, носки. Все равно холодно. Что мерзнет? Голова мерзнет. И торс. А если я костюм еще натяну? Ну, совсем модным. Торс все равно мерзнет. Да и хрен с ним, пусть мерзнет. Важно, что у них не было лайкры. Термобелье. Терморубашка. Терморубашка из лайкры, а термобелье не из лайкры. А у кого терморубашка? Признавайтесь, у тебя? Дай-ка мне твою терморубашку. Я буду на себе носить пока что. Драться все равно вроде ни с кем не собирался особо. Закрыто. А, надо будет найти камушек. Ну, зато вот тут открыто. Так, компьютерный мир, самооценка для чайников. Что там в компьютерном мире? Какой смысл чему-то учиться, если такое херовое настроение? Действительно. Холодно, несчастлив. Промок. Холодно. О, женщина. Навык общения до 3. Давай. А, мне не помещается, у меня сумки нет. Но это мы сейчас быстро исправим. Так, самодельная перевязь сойдет из шторы. Все. Готово. Вот я с собой не потащу. Одеяло всякие. Книжка. Пустота. И все. А, там туалет, да, точно. Так, сахарный домик. Где-то тут должен быть. Олени мне не страшны. Ну и навоз тем более. Надо бы палку какую-нибудь. О, вот как раз подойдет. Перевязь мне нагружает что? Торс. Ага, все-таки она для этого самого. Для торса. Вот есть ли там кто-то? Вроде как нет. Да чтоб тебя. Тогда так. Нафиг это нафиг. Терморубашку одну нафиг. А нет, обе. Они же мне нужны. И термобелье. Все, больше нам ничего не мешает. Хорошо. Ну давай, кристаллический мудак.
Ложный выпад. А, не хватай меня. Ауч. Кровотечение мне поставил, но это все фигня. Тут еще один. Черт. Ну давай, иди сюда. Драться без брони я тоже умею. Кожаный жилет, платье, мусор. Прочные ветки. Кстати, батарейки, которые надо забрать. Надеюсь, там больше никого не будет. В смысле? Она без батареек на этот раз. Жалко. А поесть что-нибудь есть? Твою мать. И чё-то донатов нету. Странно. Ладно. Термосы. О, хавчик. Сгодится. Вот всё замёрзло. Соль. Эх, унести бы это всё с собой. Кукурузные хлопья, балонская колбаса. Капуста. Ну и соль надо забрать. Моющие средства оставьте себе. Большая боль. Туалеты. Туалеты. Пилы нет. Зашибись, есть кастрюля. Еще одна кастрюля мне не нужна. Кукурузные хлопья растаяли. Удовольствие плюс 6, отлично. Подойдет. Кленовый сок. Это для жажды. Нет, мне нужна... Такая штука, не сок, а, по-моему, вот в этих баках что-то такое должно было быть. Но этого что-то такого нет. Ладно, будем херачить сок. Здесь сок, а здесь тоже сок. Сироп там, по-моему, был какой-то. Что-то вроде того. Все, нажрались. Тут еще есть ведро, стремянка и все. Ого. Еще парочка трупаков. Майк Свитер, все фигня. Пара роликов, плавки. А плавки из чего? Из хлопка. Неинтересно. Так, трусы, мусор, мусор. Ну вообще кожа. Ну да ладно. Шерстяные ножки. Ножки. Ляжка с водочкой. Пригодится. И все. Мелко. Спортивный лифчик из лайкры, кстати, надо будет их собирать, раз они из лайкры. Спортивный, где он? Вот он. Спортивный лифчик, бикини, меховое, жесть. Модельная шпилька надо забрать. Кожаные перчатки, чулки. Все, мусор, витаминки. Оп, витаминками закинуться надо. Как тут делишки? Пусто. Нет, это все фигня. Больше тут ничего особо такого и нет, да? Ну все, тогда валим отсюда. Я, наверное, перевязь возьму с собой просто и все. Сложу туда вещи. Надеюсь, не потону вместе с ней. Прохладно. Так, там еще выше. Давай еще выше. Перебор. А здесь поплывем. Так, значит, из мусора трусы, носки. Это мне нужно. Термобелье, ботинки, шляпа, костюм, пляжку с собой возьмем. И шарф. Перевязь в руки. Все, она в руках. И пихаем туда всякие хорошие вещи. 8 предметов, еда, книжка. Кстати, надо книжку вторую забрать. Костюм. Надеюсь, влезет. Это все у меня, что ли, оказалось, или где? В смысле? 13 предметов, да, логично.
Колбаса, соль, все вроде на месте. О, я могу плыть, отлично. Супер. Температуру минус один. Я наконец-то обзавелся термометром. Нужно температуру выяснять. Самодельная перевязь. 13 предметов. Пум. Выкладываем все на землю. Ну и одеваемся. Вещмешок. Охотники, пояс, ножны, пыльник и так далее. Так, да, точно, это же здесь было. Термометр мне нужен. Еда. Вот что с фляжкой делать. А, ладно, с собой потаскаю витаминки. И шпилька. Она, правда, почти сломанная, но сойдет. Модельная перевязь, ну, все, фигня. Терморубашка. Кромсаем. Есть лайкра. Не удалось. Есть кусочек. Все. Ну так неинтересно. Жаль, очень жаль, что в этот раз нет пилы. Значит, придется ее ковать. Отстой какой-то. Жуткий. Куда все делись? Странно. Ну ладно. О, вот, температура, минус один. А почему температура... А, это на улице минус один. Нихера себе. 20-й день весны, а на улице минус один. Охренеть. Вот это температурка. Интересная. Можно мне сигаретку? У нас мост еще... Нет, у нас мост скоро закончится. Жалко. А то проехали бы так. На сигаретах. Дорога длинная? Не особо. Я собирался свалку, кстати, проверить. Вдруг там чего интересное есть. Как мы туда попадем? Мы, наверное, вот здесь поедем. Здесь придется объехать этот весь лес. А там на дорогу выйдем. Посмотрим, что там есть. Сколько там? 12 часов утра? Ой, времени вообще завались. Просто вагонище. Тихо. Заболтался. Кажется, я что-то сломал. Противоугонная система. Смешно, смешно. О, там... А, там вещи. Ну-ка, подожди-ка. Валун, давай все сюда. Пригодится. Надеюсь, меня не взорвет. Гвозди, медные провода мне отдай. Ой, надеюсь, не бомбанет. Так, ребятки, а что у вас есть? Есть смартфон со спичками. Труселя, кожа, кожа. Кстати, кожаный пыльник. Но без рукавов. Без рукавов мне он не нужен. Колготки, леггинсы. Как раз из лайкры пригодится на востоке. Значит, у тебя леггинсы. Дальше. Носки, рукогрейки. Из чего? Из хлопка. Фигня. Тоже хлопок. Ну и все. А у друга твоего что? А, это труп зомби. Компрессионка, кстати. Интересный зомби. Не удалось. Ну и ладно. Подумаешь. Все, текаем. Чуть на мене не подорвался. Гребаные
Лаги. Все, мост длинный. Да не особо. Просто можно рискнуть закурить, хотя вообще-то ладно. Сделаем это так. Промок? Да почему минус 42-то? У меня нет полотенца с собой. Терпи. Надо с собой реально полотенце носить, этот гребаный дождь еще все портит мне. Я вот думаю, может тут пшеницы набрать, раз уж мимо проезжаем. Там еще в хранилище должна лежать. Хотя, с другой стороны, не так уж она мне и нужна. Опять вот входить в игру, вспоминать как что, где было. Жесть. Кошмарная жесть. Поехали просто. Не будем сегодня трогать собак, пожалуй. Свистка у меня тоже нет. Я, конечно, могу попробовать ее затолкать в машину, но нет. Мне лень. А улица тем временем минус 2. Настроение все еще на уровне бензобака. Помет? Ну ладно. По дорогам. По дорогам. Как же хреново с низким навыком вождения. Машину так ковыряет. Так заносит на поворотах. И это при 48 километрах в час. Кошмар. Такс. А, там, в принципе, по дороге. Мотылять и мотылять. А, ну да. Точно, тут же блокпост был. Давай-ка до двадцаточки. И поворотик. Аккуратный, без заносов. Без твоих любимых заносов. Куда-нибудь вот сюда. О, громила потерянный. Еще это он тут забыл. Хорошо, что он меня не видит. Ну, либо видит, но не может догнать. Тихо. А где моя дорога? А, выше. Чёртов лес. Подождите секундочку. Трупики. Трупики. Так, лифчик. Мусор, 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 мусор. Ну, дождевик. Дождевик я бы забрал. Да, пожалуй, ради дождевика схожу. Покинуть управление. Не буду улучшить даже мотор. Дождевик.
А что, не у тебя? Ого. Все. А, ну и шарф шерстяной. Шерстяные шарфы — это нитки, 600 штук, халявные такие. Довольно быстро можно получить. Ну и все, поехали дальше. Так, нам к убежищу. Кстати, здесь я не ездил. Так что, может быть, на дороге что-нибудь веселенькое есть. Вот, например, что-то вроде этого. Трупачки. Так. О, FN57. А он заряжен? Надо будет забрать. Ковбойские сапоги. Мне не надо. Спортивный лифчик уже достойно того, чтобы забрать. Ну и все. Там еще веревка есть длинная. О, шлем с забралом. И жилетки в ларовой. Ну вы, ребята, просто бомба. Тебе и пистолет, и шлем. Ух, класс. Только перед каждым боем придется переодеваться так кошмарно долго. Ну да ладно. Кевлар, круто. Ай, жалко. Не удалось извлечь лайкру. А где твой кевларовый жилет? Хватает уже. Давай я его надену просто. Кевларовый жилет и шлем. Ай. Мешается моя панамка. Панама. А, она же камуфлированная называется. Да, точно. Полицейский шлем. Я теперь в кое-какой броне. Что это мне накидывает? Келаровый желез чем-то конфликтует у нас, да? Ну, это все на торс нагрузка. Термобельон для торса. И мне, кстати, холодно. Это, наверное, из-за того, что она промокла. Ну да. Ну, извини, вытереться нечем. Отдай-ка мне 5-7. Место. Хорошо, хорошо, заберу так. Вот он. Кредитка, это все мусор. Длинная веревка, еще один полицейский шлем. А мне хватит, а мне не хватает места. А этот шлем можно починить? Можно починить, используя инструменты в виде паяльника. Ага. Ну, то есть второй шлем мне, в принципе, и не нужен. Ты посмотри, какой я заряд. О, так он с патронами, 5,7. Там еще магазин на 20 патронов. Биточком. Забитый, классный. Круто. Поехали тогда, что? Будем тренироваться в стрельбе. МР Файерсайз. Оповещение включи. Я тебе донат отправил, а он не озвучился. Так он и не приходил вообще. Я же перед стримом все проверял и ничего не приходило. МР Файерсайз. Деньги то сняли. Логично. Ладно, запущу руками делов-то. А, где они? Вот они. Я. Должно работать.
Так. Какого хрена? Грёбаные... Ладно, ладно. Да нет, все должно работать. Какого хрена? MR Firesize. Визуал был, но не озвучился. Опять Curtis байтит. Твою мать. В смысле визуал был, но не озвучился? Какого лешего? Все работает. Все обязано просто работать. Давай еще раз. Да, вижу. А звук где? Грёбаная игра. Ну, грёбаные донаты. Причем даже озвучки нет. Голосом, в смысле. Так что, возможно, я здесь и ни при чем. MR Firesize на 50% работает. Угу. Именно так. Сейчас поправим. Какой редактор тегов? Алло. Во, вот это.
МР Файерсайз. Не твоя вина. Это когда грузин отбирает бутылку. Хоть не укроп. Рони идет, да? Ну ты подлое говно. Ща я тебя починю. Ща как возьму, как починю. А если так? Все равно не работает. Ты посмотри. Вот падла. Нет, ну раньше ты работала. Раньше же работала. Что я сделал не так? За что ты со мной так? Гребаная игра. А если сделать так? И меня же слышно, да? А звука нет. МР Файерсайз. Картис проигрывает донатом со счетом 0-2.2. Фигня какая-то. Вчера-то работала. Я чинил же все. Странно. Вот смотри. Смотри, сейчас покажу магию. Оповещение. Магия не сработала. Не работает. Хрень какая-то. МР Файерсайз. Ты кого наебать пытаешься? Павлика, Файер или меня? Всех сразу. Почему-то поток не идет в наушники. Куда угодно, но не в наушники. То есть звук-то воспроизводится, но почему-то не у меня. Так. Посмотри на эту сволочь. Картис Байтич. Последние деньги отдаю. Го некст серию внки. Аниме круто. Как говорил великий. Йоу собаки. Причем он воспроизводит реально звук. Я вижу звук. Он существует. Он настоящий. МР Файерсайз. Аура. Что? Какая аура? Чего? В смысле? Я нихера не слышал. МР Файерсайз. А запятая ура. Ну ты это к чему? Я ж... МР Файерсайз. Лично я слышал. А я почему не слышал? А если так?
карте с Байтич. Последние деньги отдаю. Го next серию внки. Аниме круто. Какого хрена их не слышу я? Великий. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. Что происходит? МР Файерсайз. Уже на катаклизм забили, дрочимся с дальнейшим алертцем. Ну а что поделать, если он сломался? Ладно. Будем надеяться, что они починятся сами как-нибудь. Что я с этим поделаю? Ладно, хотя бы сообщения слышно, которые из чата идут. Уже хорошо. Где моя свалочка? Надо срочно попасть на свалочку. Посваливать там. О, 1 градус, уже теплеет. Окурок сигареты. Мне лень ради окурка сигареты останавливаться. Так, а вот и свалочка. Ну, вроде там никого нет. Там есть Энтони Мародер. В следующем месяце жди донейшн. Денег пока что нет. Да-да, ты каждый раз так говоришь. Тут есть Энтони. Энтони Мародер с бейсбольной битой. Ну, я думаю, его бейсбольная бита явно проиграет моему Фейс-Севену. Так что мы в каком-то смысле в шоколаде. Обмазались коричневым густым слоем. И вкусно пахнем. А можно побыстрее чуть-чуть загружаться? Ну, самую малость. Спасибо. Пустой поди, да? Так, топливо есть, движок с дефектом, аккумулятор севший, колеса есть. Ну, в теории можно даже кататься, если аккумулятор заправить и движок починить. А с движком что? Приводной ремень в говно. Ну, приводной ремень я ему вряд ли достану. А турелька живая? Перезарядить. Мне не надо ее перезаряжать. Мне надо из нее стрелять. Понимаешь, игра? Стрелять. Двигатели. Режим прицеливания. Ручное нацеливание. Все турели находятся в автономном режиме. Да ё-моё. Целятся из индивидуальной турели. Не готова к стрельбе. Установить режим прицеливания. Ручной. Ну, он тут один. Ладно, хрен с ней. Чёртовы турели, пойду мародера грохну. Хотя навык стрельбы около нуля. Я хотя бы попробую. О, их там много. Нихера себе их там. Ох ты, мать твою. Бейсбольная бита. Без оружия вообще. Беретта. PX4 Шторм на 40... Ну, с ракетах! Ё-моё! А ты кто? Самодельные мачете. Вилкообразное копье. Без оружия. Вилкообразное копье. Ну, для нас представляет опасность один человек. Где он? Вот он. Бердет. Надо его первым грохнуть. А стрелять мы можем на 14 клеток. Не шибко далеко. Да, они идут ко мне. Давайте тогда их по одному выманивать и шпехать. Иди сюда, ну. Ну, подходи. Вот он я. Стою перед тобой. Иди сюда. Наконец-то ты меня заметил. Ты сгоришь за это в аду. Конечно, дружище. Конечно. А ему вообще пофиг. 17... 8, 1.
Да ему вообще насрать. Абсолютно. Я так весь боезапас на него истрачу. 10 патронов он в себя всосал. И ему абсолютно пофиг на это. Гильзы хоть заберу. А, у меня есть Деринджер, в принципе, еще. Там 357, я думаю, ему побольнее будет немножко. Выброси. Вот тебе еще с Деринджера. На, 26 урона. На еще. Еще 26. Иди сюда. Будем с тобой на ножах драться, как настоящие мужики. Ножны с флягой конфликтуют. Ну, ё-моё. Кевлар с термобельем. Чё у нас там со сковыванием? 47. Иди ж твою мать. Они пока не подходят. Я сброшу кевлар. С вещмешком. На асфальт. Ну, уже лучше. Минус 10. Пойдет. Иди сюда. Не попал. О, есть попадание. Но урон такой незначительный. Десяточка. Ауч. Вы истекаете кровью. Угу, блокируете удар. Отлично. Ауч. Блокируйте урон. Хорошо. Торс у нас, правда, говнище. Твою мать, нахера я с ними драться начал? У меня же торс никакущий. Он же сейчас один удар нанесет, и все, до свидания. Твою мать. Что тут хоть было-то? МР Фаерсайз. Хош прикол. У нас микротик от грозы наебнулся. И порты все тоже почти мертвые. По Wi-Fi теперь скорость выше, чем по кабелю. Что же так неаккуратно-то? Надо было вешать громад вот хотя бы какой-нибудь. Не попал, не попал. Дай-ка я уберу в ножны. Но подойти не успеешь. Из Деринджера тебе. Ау-ау. Я говорю, из Деринджера тебе. На. МР Фаерсайз. Я заказывал. Сказали, не нужен. 3 года простоял же. Ну, теперь нужен. А, сумку-то я оставил там. Течем. Жутко течем. Нужна моя сумка. МР Фаерсайз. Так что я теперь на телефоне смотрю стрим, а с компа пишу в чат. Ну а что, удобно? Удобство. Ну, я же говорю, удобно. Ну мы в лютом говне. Я на самом деле не рассчитывал, что эти упыри будут такими бронированными. Просто посмотри, во что одет этот мудак. Штаны с карманами. Носки, ветровка. А, он в кевларе. Черт. Ну тогда это многое меняет, да. Не, это смерть. Тут уже ни туда, ни сюда. А смерть значит загрузка, потому что это нехорошо. Я не рассчитывал, что он будет в сраном кевларе. Он выхватил 10 пулей из 5-7 и еще 2 пули, по-моему, из Деринджера, который на 357 патронах. Это, извините меня, не хухры-мухры. Если ты получишь десяток пуль в грудину, даже если ты будешь в кевларе, ты наверняка откинешься. Там перелом точно заработаешь, шок заработаешь и так далее. А этот живой, даже драться может. Что там драться, он люлей раздает, только путь. У меня все-таки интересно. Какого хрена эти гребаные донаты сломались? МР Фаерсайз. Я бы на его месте умер.
Конечно. Клинь какая-то. Надо, наверное, Вестник перезапускать. Наверное, в этом дело. Ладно. Так. Так. Штурмовать буду ли я все это дело? Ну там мужики такие. Мощные живут. Просто я их не выманю. Вот мужик, например. Полицейский шлем. Шарфик, рюкзак. Ножны. Пояс. Ну то есть кевлара нет. Никакого жилета, никакой защиты от пуль у него нет. Он должен умереть. Он просто обязан это сделать. Но если я сейчас подойду к ним, там их окажется 10 тысяч человек и все. Да, вон они. Только я переступил порог этой помойки, они тут же появились из воздуха. Бандит сердится. Мародер сердится. Сердитые мародеры. Вот Гарольд. Вот Гарольд в чем у нас сегодня? Так, рубашка, майка, трусы, носки, кроссовки, ветровка, кевлар. Ага. И копье. То есть бесполезно, да? Я его не уделаю. Чертова свалка. Ты посмотри, не дали полутать. Скоты. А вдруг у них там инструменты? А вдруг у них там что-то полезное лежит? Я, кстати, не лутал ли случаем гранаты? Я лутал СИК. Но он без патронов, по-моему. Он вообще не заряжен даже. Я лутал C4, кстати, да. Я не взял его только. Либо он остался где-то в бункере, либо лежит дома там в кроватях. Ну, гранат у меня точно нет. Ну и ладно. Что поделать, значит, не сегодня. Значит, мы отсюда сегодня уезжаем. В ту сторону поворачиваем. Жаль. Надо, может, сюда C4 принести, я вот думаю. Забросить ему и рвануть его. Они же явно не будут от него убегать. Делаешь таймер там секунд на 5, кидаешь его им, если он долетит. Все. Да и к тому же с такими ранениями. Драки. Сейчас не самый лучший вариант. Что-то у нас на ферме есть. Трупики. Трупики — это хорошо. Лифчик есть хлопковый. Ну, ради хлопкового лифчика я туда точно не полезу. Нечего мне там делать. Тут уже интересней. Никотин. Круто. Буду пить по вечерам. Бутылочный там градус, колесо. Но это не смешно. Это не смешно. Кстати, против потерянных, по-моему, пистолеты будут иметь примерно такой же урон, как против кевлара. Они же все-таки каменные, как-никак. Что у нас тут сегодня есть в меню? Пустота. Моя любимая. Понятненько. Ну и тут, соответственно, нихера. Сковородка. Вот это да. Макароны. Обожаю. Капуста. Захаваем капусту. Кстати, тебе никотин нужен или нет? Не очень хочешь ты никотин, да? Промокло. Ну, надо как-то поаккуратней с порнухой. И все, да?
И у нас тут еще хранилище. Я смотрю, тут еще кемпинг есть. Погнали, когда кемпинга сгоняем. Вдруг там что-нибудь интересненькое есть. Ну, может быть, какие-нибудь палаточки. Хотя мне палатки вроде как не нужны больше. Все-таки лагерь мой живет сам по себе. Но, может быть, там и будет какая-нибудь еда там или коврики туристические. Тоже полезная, в принципе, штука. Чертов камень. Что? Лось, ласка, белка. Черт, я так надеялся, что там будет лошадь. Ладно. Сбил бы лося, но нельзя. Не починили еще этот баг с разделкой туш. Увы. В принципе, здесь три байка. И они даже целые. Колес достаточно, бак пробит, движок в порядке, аккумулятор сдох. Вот здесь вот получше дела. Аккумулятор целый, даже заряжен, в баке есть бензин даже, удивительно. Движок покоцанный, конечно, но колеса есть, ездить можно. И на этом тоже, в принципе, ездить можно, но движок с дефектом. Неплохо. Если бы мне нужен был транспорт, обязательно бы взял какой-нибудь из байков. Но я, пожалуй, дальше поеду. Так. Поехали просто вперед. Проверим, что там нас ждет. Может быть, что-нибудь вкусненькое будет. Чертова свалка. Так жаль, что там заспавнились эти бандосы. Это такой кошмар. Я-то надеялся, сейчас зайду туда, полутаю. Какой-нибудь гаечный ключ себе подберу. А там эти сволочи засели. Чего они там делают вообще? Мусор, что ли, собирают? Мусорные бандосы. Так, это кемпинг. Поехали-ка в кемпинг. Там могут быть дома на колесах хорошие. Целые, в которых можно прямо жить. Так что будет у меня не один дом на колесах, а целый поезд. Если я, конечно, гаечный ключ найду. Так, вот этот кемпинг, да? Ну, это туалеты. В туалетах, как обычно, ничего нет. Да, и сам кемпинг какой-то пустой. Тут есть хлеб. Правда, он замерз, но он есть. Палатки все пустые. Кстати, в прошлый раз я зентай нашел именно в кемпинге, в палатке. Какие-то извращенцы развлекались. Надо бы в этот раз тоже поискать, вдруг будет. О, а тут панели солнечные. Можно машину поменять. Зажигалка, фонарик. Ай, зажигалка на бутане. Вот если бы она была на бензине, я бы взял. Фонарик у меня и так есть. Летнее платье из хлопка. Да. Носите его сами. А, она же женщина, точно. Она не любительница платьев. Она же курящая РП-медик. Деревянный арбалет. У меня нет болтов, я не стреляю из арбалета. Но находка хорошая. Я бы даже, наверное, взял, если бы было куда. А, у меня есть место, удивительно. Ну, может быть, может быть. Я вообще собирался тренировать стрельбу из лука. Жить как-то с этим. Но игра, видимо, считает по-другому. Два бака... Ацетилен пусть тут пока полежит. Вес занимает уж слишком большой. Маска, вот это вот одежда. Кроме шпильки. Книжки. Броня стальная у меня почему-то в кармане лежит. Странно. Провода, трубы. Поместилось? Поместилась. А ты хорошо.
Так, не в ту сторону. Надо реверс руля включить. Как-то неудобно поворачивать задницей. Это что такое? Яблоневый сад и пруд. Ой, ну и здание, а. Мое. Пошли вон, грёбаные террористы. Выводишь их, выводишь. Они все равно не умирают, сволочи. Бессмертные. Хлебушка бахнул. Давай еще. Во. Че тут у вас? Оу. Нифига себе здание. А, это такой яблоневый сад. Корова с гремучей змеей. Фруктовый ларек. Так, я вижу лайкру. Лайкра — это хорошо. Не удалось извлечь, жаль. Бейсбольная бита, смартфоны. Компрессионка, кстати, на северо-западе. Это хорошо. Не удалось извлечь, жаль. Это все мусор. Термобелье для торса — тоже мусор. Это мусор. Книжка. Пролистаем хотя бы. Бесполезное. Так, ну и все получается, да? Я тут смотрю, тут тачка есть. Хера себе. Рукоятка. Колесо и контейнер на 68 литров? Нифига себе контейнер. Неплохо. Налетайте на яблоки и сидр. Нет, не буду туда ничего наливать. Ленивый Джо. А из чего он? Сэндвич с говядиной. Давай сюда. Скрытый сейф. Пустота. Как у них тут светло. Светло и пусто. Может быть, в коробках что-нибудь будет. Не зря же я сюда приперся, правда? Видимо, зря. Нет, ну хоть что-нибудь-то быть должно. Неужели они все пустые? О-о-о. Что такое-то, ну? В прошлый раз даже здесь были крысы. Хоть какая-то еда. Можно мне аспиринчика жухнуть? Как у нас Тор себя чувствует? Ожидаемое качество перевязки нормально. Давай забинтуемся. И антисептика еще забахаем туда. Сериал Murder in Size. Привет, народ. Привет, привет. Как там попытки разворовать павшую цивилизацию продвигаются? Восхитительно просто. Я немножечко мирку починил, сломал себе донаты и нашел целую свалку с бандосами, которые там, судя по всему, занимаются технопорно. Ищут мусор, облизывают его и всячески наслаждаются этим. Та свалка, которую я собирался проверить, там оказались бандосы. Очень много бандосов. Там слева сверху списочек есть. И чё-то они не особо дружелюбные. Один из них даже в кевларе. Что удивительно, кевлар настолько прочный, что выдерживает 10 выстрелов из FN57. Еще два из Дерринджера.
Вообще, как нефиг делать, выдержал. Сериал Murder in Size. Понятно? Подписчики Дани Крастера. Лучше их не трогать. Наверное. Так, чё тут у нас? Машинка какая-то. А здесь же должна была быть хижина. Я же вижу ее. Что там у нас сегодня? Хижине. Надеюсь, никого не будет. Пустота, как обычно. Окурок я вижу. Только это окурок сигары, который мне не нужен особо. Бюджетная еда. Неплохо. Макароны. Что там в бюджетной еде? Кулинария до 3. Так она у меня уже 5. Там еще 35 рецептов. По вене просто. Майонез. Восхитительно. Но это надо брать. Это надо брать по-любому. Консервированные потроха, бобы, консервированная зелень. Это все надо мне очень сильно. Ток мяса, бисквиты. Класс, класс. Мясной сэндвич. Из бисквитов с болонской колбасой. Кира себе сэндвич. Я бы не рискнул скрещивать бисквит сладкий и болонскую колбасу солененькую. Интересное сочетание еды. К тому же был сегодня на стриме у одного человека, который говорит на шведском. Странный человек. Играет он тоже странно. У него вся карта — это один большой город, грубо говоря. Так, судя по картам дорог, где-то здесь есть еще города. Там есть полицейские участки и так далее. Можно еще сгонять вот сюда. Скорее всего, здесь ферма какая-то. Да, впрочем, почему бы и не проверить это. Куда нам там ехать-то? Налево сворачивать. Тихо. Не надо врезаться. Тем более в камни. Гильзовые, знаменитые гильзовые поля. Да, там ферма. Ферма — это не так интересно. Курок сигары раздавил. Кошмар. Как теперь жить? О! Какая интересная ферма с этим, с теплицей. Сериал Murder in Size. Не, ну чисто технически. Было бы интересно поиграть в бесконечном городе. Правда, думаю, это будет сложно. Учитывая то, что спаун зомби там... А, нет, какой спаун зомби? Да ничего сложного на самом деле. Там даже наоборот легче. Это же закрытое пространство. Если там зомбари и ходят, то чисто по улицам. А если включить орды, которые будут эти дома еще потом ломать, а потом еще мутировать, вот это да, это капец. Так, хавчик. На базу. Кукурузный хлеб. И все. Опа. Костюм. И подушка. Одеться и отдохнуть. Фляжка у меня чем забита, кстати? Пластиковая фляга слева пустая. Понятно. Теперь с водой. И все.
Больше тут ничего нет. О, как так? Так совершенно неинтересно. Ну что это такое? Что это за пустые фермы? Чёртов куст. Кстати, бак с разделкой так... Опа, подожди. Бак с разделкой так до сих пор и не поправили. И на самом деле это дело одной строчки. Там уже и фикс сделали, и все починили, замержили даже. Но в билд это почему-то до сих пор так и не приехало. Ага. Я был в шаге от опасности, понятно. Там ребята уже навострили свои кристаллы. Сейчас пойдут меня свежевать. Вернее, любить. А где моя дорога? Ага. А там никого нет? Там никого нет. Зато и тут есть трупики. А в трупиках нихера. Как много одежды. Еще и фляжка с ромом и неопрен. Это можно так себе сварганить костюмчик. Этот водолазный, чтобы не мерзнуть. Хера себе тут трупов. Так, у тебя что? Мусор. У тебя что? Тоже мусор. У тебя что? Ну... А у меня есть налобный фонарик, кстати. Голова. Да, у меня есть налобный фонарик. Ну тогда... Мусор? Да, мусор. У тебя что? Кожа. Ожерелье из платины. Хера себе ожерелье. Забрать, что ли? Хотя мне платина вроде как не нужна. О, терморубашка. Клёво. Терморубашка. Да что такое? Не удалось извлечь. Термобельём. Фигня. Отдай свисток. У меня есть там собака одна, надо ее приручить. А если я надену неопрен, куда мне это все зальется? Ага. Это все руки, да? Греет нам. Конфликтует с термобельем. Не сказал бы, что так уж много. Скупывание головы эффекта не имеет, ограничивает количество надетых на нее вещей. Фигня. Минус 2. Фигня. Выносливость минус 5. А если я сниму шарф? Минус 34. А руки что делают? Ну я пока в неопрене похожу. Ничего страшного. Без зента я так грустно. Просто капец. Ну, поехали тогда дальше по дороге. Еще раз посмотрим на этих бандосов. Сериал сволочных. Вроде как свинец, серебро и золото можно будет пускать на патроны. Но когда у нас появится патронный пресс, патронов будет до чертиков. Я в этом не уверен. Патронный пресс. Его сначала достать надо. А чтобы достать патронный пресс, нам надо сначала залезть в город, в котором килотонны этих кристаллических мудаков. И все они почему-то охраняют либо жрут оружейные магазины, которые... из-за которых и триггерятся. Собственно, они их начинают разбивать, жрать, ломать двери, стекла, включается сигнализация, и они туда все сбегаются и доламывают это все. Неужели они так ненавидят сигнализацию? Какая пустая дорога. О, а не, ну тут я был. Был ведь? Да, тут я был. Да и не факт, что там будет патронный пресс. Вдруг заспавнится какой-нибудь магазин, вот этот вот
гадкий, в котором нет ничего. Там просто стоит прилавок. Сериал Murder in Science. Так я и говорю. Проще обзавестись патронами, нежели патронным прессом. Дай порох, потом задолбешься искать. И сзади стоят несколько столов или шкафов, и там нихера абсолютно нет, кроме какого-нибудь дробовика. А патроны найти было бы легче, если бы стоял рейтинг спавна побольше. Потому что сейчас рейтинг спавна поменьше, и все, что я нахожу, это сраные кастрюли в кухнях. Когда там должны быть ножи для разделки, вот это вот все. Но там ничего из этого нет. Так. Где ты там? Давай. Нифига себе, он быстрый. А я могу в него? Еще никак. Чисто на всякий случай вот тут встану. Чтобы, если вдруг что, сбежать. Давай. Ну давай. Во. Пил. А он поди в кевларе, да? Так, штаны, да, кевларовый жилет, нормально, живем. А я могу переключиться на бурст, например? Сериал Murder in Science. Полуавтомат же стоит. Играю с рейтингом, как и у тебя. Обратная хрень, ножей дофига, а вот кастрюлю никак найти не могу. Вот-вот. Мне вот интересно, я могу переключиться на этот самый... Вернее, на другой режим стрельбы. Мне бы очередь какую-нибудь зарядить. Стабилизировать. Режимы прицеливания. А, вот, режим стрельбы. Зашибись. Я его не грохнул вообще никак. С пистолетом, без пистолета. Бесполезно, по-моему. Он с копьем, я с мачете. Я его, конечно, могу расстрелять сейчас. Но шибко это не поможет делу. Он в броне, ему норм. Хороший выстрел. Черт. Сечка. Не надо меня трогать, хорошо? Где там моя ходьба? Сериал Murder in Science. Он кровоточит, можешь его по кругу водить. Сам сдохнет. Да если бы. Этот кровоточащий мудак будет умирать 10 тысяч лет. А я выдыхаюсь очень быстро, а он почему-то меня догоняет. Тоже очень быстро. Посмотрю, как ты истечешь кровью. Ты меня даже ни разу не тронул еще. Смотрит он. Я побежал. Все, я добегался. Ходьба. Да ладно. No way. Охренеть. Ну, здорово, здорово. Так, бейсбольная кепка, ветровка. Кстати, ветровку дай-ка я тебе. Это все так неудобно. Ладно, потом разрежу. Ремень, майка, это все мусор. Зажигалка. Сумка ныряльщика. Из пластика. Кошмар. Так, давай-ка сюда свой кевлар. Кевларовый жилет. 19 слоеных кевларовых пластин. Круто. А потом. Что у тебя здесь? Пара шерстяных носков, пара шерстяных носков. И небольшая пластиковая бутылка сиропа от кашля. Замечательно. Что у тебя здесь? Подсумки набедренные. И фруктовое вино. Ремонтный комплект огнестрельного оружия. Полезненько.
Ну-ка, разряжай свою сумку. И можно мне полотно домой? Так. Ну, остальное можешь оставить себе. Кстати, что за вилкообразное копье? Древко с привязанным к нему тремя шипами и удобным хватом. 6-18 колющий, нихера себе. А у моего мачете какой урон? Где оно? Во. 21 режущий, ну, понятно. Что ж, интересно, интересно. Пойду выманивать остальных. Сколько у меня там зарядов? 6. Плюс еще Диринджер есть. Мужики! Я дам это. Вашего грохнул. Не хотите со мной выйти подружиться? То я к вам сам могу зайти подружиться. Ну давайте, кто-нибудь. Кто смелый, выходи. На бой нечестный. Во, один смельчак, смотри, вышел. Бежит. Так, кто ты такой? Наварро. Знаменитая фамилия. Вы будете отрабатывать эту броню 510 лет. Кевларовый жилет. Ну твою мать. Он еще и с револьвером. Охренеть. Ну либо это дробовик 22. Замечательно, замечательно. Пытается убить вас, невероятно. Ауч. До свидания. Я понял, вы настроены не очень дружелюбно сегодня. Я пошел. А, у него однострел такой, да? О, да кажется, ты, дружок, попал. Ты попал в передачу «Сдохни или умри». Хе-хе-хе. Ох уж эти бандосы. Ничему их жизнь. Вернее, ни к чему их жизнь не готовит. Ну вот, я обзавелся новым пистолетом. Конечно, воровать, это же бандосы. Водолазка, джинсы, трусы, все, мусор. Меховая шапка. А-а-а. Часы. Кевлар. Я так смотрю, ко мне идут чисто люди с кевларом. По каким-то очень странным причинам. Ну и все, да? А что у тебя в, скажем, в легкой куртке? Магазин, да, в джинсах. Что прячешь? Так, две банки. Угу. И зажигалка с бутаном. Ну так неинтересно. Быстрая кобура. А мне быструю кобуру натянуть некуда. Если бы я с собой фляжку не носил. Дай-ка мне магазины для твоей странной херни. Бандит сердится. Пусть сердится дальше. Ленивый Джо. Захаваем. Что там с дыней? Кажется, образная. Минус 5. Ну, понятно. Хрен с ней, с дыней. До свидания. Так. Еще я вспомню, что я собирался делать. Я собирался отдышаться. И покурить. И витаминку съесть. И посмотреть, как там моя рана на торсе. Ага, понятно. Переживем. Что за дрын? Что за 22А? 22LR.
А, это... Это же мелкострел. На точке 22. Это же копейки урона просто. Ничтожная хрень. Кто? Что? Что это за язык? А, привет. Это язык смайлов. Мало кто с ним знаком. Так, это все домой, домой. Сухожилия, оставьте мне кевлар. Смерч, 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 смерч. Кошмар какой. А, так, сколько у вас там осталось? Ё-моё! Это вот как мне с ними сражаться? Столько бандосов в одном месте. Мне бы сюда Сифор притащить. Я бы им показал. Мит паушастик сайз. Он как-то коротко мой ник проговаривает. Ну, теперь да. Я все починил. Теперь должно работать. Так, кто следующий? Я к ним прям прихожу домой, так как к себе. Захожу такой в ворота. Ну что, кто следующий? Выходи. На бой, нечестный. А вот они ссут. Они вот эти вот ссут. У них этого нету. Кевлара. Они все боятся, как бы в них не выстрелили. Так, ты с чем? Ты без оружия, да? Хорошо, очень хорошо. Ты с бейсбольной битой. Тоже хорошо. Ты без оружия, вообще замечательно. А ты с копьем. Копейки. Вот этот человек опасен. Беретта. Кевлар, кевлар. Там есть на нем кевлар? Бронеперчатки на нем есть. Но кевлара нет. Это хорошо. Это очень хорошо. А что это у них за здание тут такое? Нихера себе лагерь выживших. Тут еще и трупики какие-то есть. Интересно. Так, я смотрю, там кто-то ко мне пошел, да? Да, они начинают стягиваться потихоньку. Во, есть смельчак. У нас... Какая у тебя версия? У нас очередной смелый человек вышел побороться. Версия билда написана в названии стрима. А вообще, эксперименталка. Так, дружок. Ай, больно. Нет. 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 Я понял. Шестик сайз, а вот с тебя нестабилка. Ясно, ясно, да. Понятно. Нет, стабилка это для слабых. Стабилка для слабаков. Стабилку ставят только те, кто не может играть на эксперименталке. Ставь эксперименталку, будь молодцом. Чёртовы мухи, реально достали. Мит паушастик сайз. С чего, друг? Ну, как это с чего? Но стабилка это для детей. Это те, кто любит песочницу, где ты не можешь пораниться. А эксперименталка это для настоящих мужиков, которые не боятся багов и стреляют их лицом к лицу. Вот. Так, видимо, его берета все-таки мощнее моего 5-7. Но я все-таки рискну еще разок. Видимо, мне просто на прицеливание нужно больше времени, он меня просто расстрелял очередью. Давай, о, один вроде согрелся. Нет? Ну давайте, кто-нибудь-то, ну. Ну давайте. Ну, кто посмелее-то, ну выходите. Я понял вас. Паушастик сайз. Ой, я на этой эксперименталке наигрался им тушил, потому что моды все повырезали оттуда. Мит паушастик сайз. Бутылку кинь. Бутылку кинь. А зачем? Они ж потом на меня все попрут. Не-не-не-не. Бутылка. Да просто интересно полутать, что там. По-хорошему, конечно, сейчас надо вообще домой свалить. Рано себе залезать, лагерь починить. А то они там уже четвертые сутки без управления, поди, таскают еду.
Я им дыню сейчас заброшу, а не дыни слишком тяжелая. Почему кевлар не взялся? Дай мой кевлар. МР Файерсайз. Там в зомбоиде 2.0 не добавили мультик. Да вроде как нет. Да и кому вообще нужен этот зомбоид? Зомбоид это как кастрированная версия катаклизма. Кевлар. А где у тебя копье? Ты же с копьем ко мне приходил вроде, не? А, он с пистолетом приходил. А, ладно. Ща я в них запульну. Чё-нибудь. Где тут наш месячный? Тут дотек. МР Файерсайз. В зомбайт можно в пати покатать. О, влезает. Зачем в него ходить? Там мне интересно, там делать нечего. Вот что там будешь делать? Вот скажи. Вот что? Что там делать? Бегать друг за дружкой, шлепать по заднице? Мы уже играли в зомбоид в онлайне. Очень весело. Забурились в здание, заколотили все вокруг и сидели просто на своем золоте, чахли. О, банки! О, великолепный мусор! Скотчи и так далее. Определенно стоит того. 7 клеток. Зашибись, копье. Хорошее. Мне нравится. Мужики, вот вам копье. Чат попросил вам что-нибудь бросить, держите. Бутылки нет, извините. Сидом катал. И по 6 сайз в присядку. Че вы здесь? Что? Иногда чат меня просто радует. Своим существованием. А, в присядку. Не послышалось десятку. Да, с ним. Думаешь, если я буду на ходьбе, то... Или в присядку сидеть, то что-то изменится? Я сильно в этом сомневаюсь. Пора умирать. Ну, давай, выходи. Ну, выходи. О, побежал. Побежали. У меня есть оружие ультимативное, на самом деле, против этих ребят. Что-то они не агрятся только с... Во! Что ты будешь делать-то? Мит по ушастик сайз. Тактика. Конечно. Тактика. Это тактика суперская. Такой тактики больше нигде не найдешь. Подожди, ты... Мелодия? Может, Мелоди? Как по маслу. Файерсайз. Так можно в дизе аутировать. С таким же успехом. Ну, в Days совершенно другое. Days, во-первых, это 3D. Во-вторых, твою базу в Days могут зарейдить какие-нибудь мимоходные мудозвоны с гранатами. И там много людей, которые могут в тебя стрелять. А в зомбоиде в тебя стрелять никто не может. Кроме тебя самого. Ну и твоего друга. Шерстяной шарф, рюкзаки. О! Да это же труп! Она без оружия ко мне пошла стреляться. Ну, добро пожаловать тогда. Добро пожаловать в мир мертвых и передачу «Сдохни или умри». 2%, обычно 6%. Давай-ка мы на С вот так. Пам, тебе похлебал. Не догоняй меня, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты меня догоняла. Я тебя просто пытаюсь расстрелять. Умирай. Ага, как интересно. МР Файерсайз. Михаил жив или Вики забили? Ой, ну ты нашел, что спросить. Я туда не заходил 10 тысяч лет. Брось гадость. Нихера себе меткость. На. Неопрен рвет, скотина! Ну тебя нахер. Так, это смерть, походу. Вот ведь... Мит по 6 сайз, стреляй. Мит по 6 сайз, ФФ. Все, ребят, копаем могилу.
Это конец. Если я дропну, это же ноль, да? Хорошо. А если я достану еще вот это? На, по лицу мне. Метка. МР Fireside. Да хватит. Все, кончилось. И повышайте сайз. Робокоп какой-то. Но он меня не особо сильно избил. Поломал весь мешок мне, неопрен порвал чуть-чуть. А в остальном вообще фигня. Я слышу хак. Но урона, походу, не проходит. Не наносит ни единого повреждения. А, я блокирую урон с помощью мачете. Умирай! Наконец. Я понял, в чем дело, но мне надо уйти. Пыльник. Все, не трожь меня. Иначе я тебя задавлю. Отдышаться надо. Да я в курсе. Ща я ей покажу, кто в доме батька. Так, в какую сторону мне поворачиваться? Не в эту. Оп! Все, одним человеком меньше. И так будет с каждым, кто решит на меня наехать. Так, все, стволы сдохли. Вот теперь вопрос встал. Таскать ли с собой эти стволы? Потому что патронов для них нет и... Вряд ли предвидятся они в ближайшем будущем. 22-й я вообще с собой брать не хочу. У него урон такой, что бесполезное говно. Тачку. Тачку. Я что, бабка-собирайщица? Барахольщик, что ли? Тачку. Все с собой? Свое ношу. Шорты, рюкзачок. А не апрена у тебя там чего-нибудь такого нет? О-о-о. Бесполезный человек. Что у тебя в рюкзаке было? Пластиковая бутылка с чистой водой, две штуки. И сгущенное молоко. Класс. А в шортах? Чего у тебя там было в шортах-то? Шоколадный напиток, кола, энергетик, зажигалка с бутаном. Ну что там, да. Шестик сайз. Я КСТА нашел коня и седло. О, шестик сайз. Круто. Ну так круто же. Конь это вообще всегда круто. Сыры макароны. О, спортивный напиток. Шо. Правда, у коня есть свои странности. Я не уверен, конечно, но по-моему коня не обязательно кормить. Я надо на другом сохранении тестовом просто взял коня, привязал его в машине в хранилище, и он просто там стоял уже, наверное, месяц там уже стоит, просто ездит со мной по стране. Так, ну все, патроны кончились, остальных я не выманю. Ну, если их и выманивать, конечно, то с ними придется драться ручками. А я этого не хочу, да и там уже повреждения знатные. Тем более мне много чего порвали, особенно пыльник. И полушастик сайз, в смысле? Что? И полушастик сайз, выманивай. Да, конечно. И полушастик сайз. Обратный слэш, тачку, подгоняй и дави их. От них придется бегать, и все это так багованно выглядит. На план мне нравится, да, хороший вариант. Неопрен я не починю, термобелье я почему-то тоже не починю, потому что, видимо, тряпки не выпали. Вот кожа выпала. А можно мне... А, пыльник-то тоже кожей не починишь. Еще и мачете поломали. Вот скоты. А весь мешок, а пыльник. А у тебя есть что-нибудь? Кожный ремень пойдет. Разбирай. Браслеты, водолазки, лифчики, труханы, носки, туфли, перчатки.
Шарфики. Красота. Тряпка. Одна. Интересная у вас одежда. А, нужно минимум три. Прекрасно, прекрасно. Замечательно. Вот термобелье можно зашить. Хорошо. Пойду еще одного тогда найду. Где он там дотек? Так, штаны. Да понеслась. О, как долго. Да и время уже 14. Уже 3. Надо валить вообще. Домой. Ранки зализывать. Так, шарф. Да плевать мне, что не понравится. Нужен никотин. Опять татуировка засветилась. Где мой никотин? Сигарета. Витаминки. И что-нибудь сожрать надо. А я успею, пока он протухнет? Ладно, приберегу. Бисквитики. Капуста. Сойдет. Дальше. Кожа. Владельцу не понравится. Владелец этого предмета уже мертв. Так что я думаю, ему абсолютно наплевать. Кожаная кепка. Сумка. Ножны. Итого. Пыльник. Отлично. И вещмешок. Отлично. Хорошо. И все. Я погнал. Отсюда нафиг. Гребаные бандосы. Может реально сходить за Сифором? Он вроде где-то в бункере валялся. Я вроде как даже вырезал дверь туда. Давай-ка на автомате, там вроде машин не было. То я так ехать задолблюсь. В бункере железная дверь, я вот не помню. Я вроде вырезал одну дверь, там была дымовая бомба и, кажется, там лежал Сифор. Но тратить Сифор на бандосов... Я бы его потратил лучше на что-нибудь более веселое. Ух, нихера себе. Что за индюшатина здесь? Что это за танцы индейцев? Как это? Индюшатские. Трупаки. А, ну в принципе можно уже ручками ехать. Усталость небольшая, боль. Еще бы. Тебя только что избила какая-то странная женщина. А еще два человека умерло под колесами автомобиля. Конечно, там боль. Не понравилась капуста. Ужас. Какой кошмар. Почему тебе не понравилась капуста? Что тебе не нравится в капусте? У тебя, между прочим, размер груди маленький. Так что я думаю, капуста тебе только в плюс будет. К тому же, глядишь, тонуть перестанешь. Буйки появятся. А я этих трупиков лутал или нет? Ноутбук. Ага. Судя по всему, не лутал. Самое время этим заняться. Здрасте. А чего у вас есть? Лыжная куртка. Она из чего? Хлопок, пластик. Керни. Шерстяные перчатки. Терморубашка. Но это мне. Терморубашка. Не удалось извлечь лайкру. Жаль. А были такие надежды. Херня. А, шпилька. И лифчик спортивный. О, есть кусочек лайкры. Еще 20 таких лифчиков, и может быть получится вернуть мой зентай.
Ну и все, больше кроме ноутбука у него ничего и не было особо такого веселого. Зентай для настоящих мужиков. Где мои 45? Да, примерно таким курсом и можно следовать. Оп. Когда-нибудь я их всех убью нахрен просто. Грёбаных летающих мудозвонов. Но будет это не сегодня. Этих ребят я лутал. Ай. Ты. Неинтересно. Наконец-то я дома. Что у меня, кстати, с собой? Ага. А нахрена я с собой магазин таскаю от ствола, которого у меня уже нет? Тут валяется. Дайте-ка мне книжки. Сварочную маску. Ну, баллоны пустые, хрен с ними. Это все потом. Это все мусор. Экс. Вот это маршруты. Так. Здрасте, мужики. Ну что, как оно? Как дела? Спите, живете? Молодцы. Давайте глянем, чего там наделали. Ага, а вы ничего, в общем-то, не наделали. Ну, молодцы. Могу вам кровати поставить побольше. Основных веток-то собрать недолго. Где они там? О, веточка. Сколько им надо было-то? Снова ветка. У меня 14. По-моему, им должно хватить. Им там вроде около 16 надо, плюс у них еще было там что-то. Так что будут у них соломенные кровати. А-а-а, зараза. Ветки. Пожалуйста. Да ладно. О. Слушай, там же кучки сена нужно еще, да? Ну, то есть можно просто сходить и разобрать какой-нибудь сток. Правда, его еще привезти надо. Так лень. Этим заниматься.
сено возить. Я вам что, фермер? Где эти гребаные елки? Да ё-моё. Кстати, начали созревать, нет? 20-й день, ну, жаль, жаль. Береста. Ветки, ветки. А шишки я съем. Если рецепт есть. Во! Вот уже лучше. Так. Значит, восточные. Улучшайте ваш восточные, вот ты пойдешь вперед. Нас хватает там? Не хватает. Жаль. Ну, хотя веток не так много не хватает. Сейчас мы еще и второго запряжем. Пусть тоже работает. Нечего ему прохлаждаться, жрать мою еду, которую я ему там готовил из цветов. Чёртова вегетарианца астматики. Твой им ингалятор принеси. Твою еду свари. Что я им нанимался, что ли? Вот вроде находишь выжившего. Он такой радостный, улетает там какой-нибудь бункер. Ты ему издалека так через забор орешь: «Эй, мужик, здорово!» Он тебе в ответ: «Я не мужик!» Вот такой: «Ну, ну и ладно. Давай дружить?» «Давай!» И вы вместе обнимаетесь и идете дружить в ближайший амбар. А потом в один прекрасный день ты строишь для него палатку, и он остается там навсегда. Он начинает требовать у тебя еду, он начинает требовать у тебя ингаляторы, начинает требовать к себе хорошего отношения. И до тебя доходит в этот момент, что на самом деле ты женат, и все это реальность. А ты просто упоролся и лежишь пьяный на диване. Да не хочу я ваш розовый куст, отстаньте. Мит по ушастик сайз. Лунь на тлике тыс. Что? Какая лунь? Что? А, это смайлы. Нет. Ивона не любит смайлы. Но я могу их, кстати, это... переделать. Так, чтобы она их читала нормально. Но мне просто лень. Давайте не сегодня хотя бы. Шишки я сам съем. Сигареты, ветки. Вот вам ветки, нате. Ветки грёбаные. Улучшая идея юго-восточной соломенной кровати, будет у нас больше кровати. Будут жить Excel Bob, что? А? Пиксельный Боб, понятно. Чёртовы смайлы. Надо лексикон выставить Ивоне, чтобы она смайлы эти читала. Надо похавать. А, нет, надо мясо приготовить. Вяленый. Кусок мяса. Хороший план, хороший план. Вяленое мясо — это всегда здорово. Физраствор, соль, соевый соус, черный перец, приправленная соль. Давай приправленную соль. Такой большой выбор специй просто. Ух. Мне нравится. Там и фокус растет уже. Мит по ушастик сайз. Тонкий троллен, конча, 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 капа. Так, повязку надо поменять. Аспирина забросить, антисептика закинуть. И что-нибудь сожрать надо. А может, макароны приготовить? Бульоны всякие, стебель. Стебель можно жрать? Прикольно.
Это все хрень, птичий корм, куски легкого. Во, макароны с сыром. Макароны с сыром. Давай макароны с сыром из воды, из бака. Кстати, вода в баке заканчивается. А, нет, там в баке чистая вода, а просто замерзла. Привет соседу. Это не сосед, это мотоциклисты. Их что, слышно, что ли? Удивительно. Они вроде как на улице, там метрах в 500 где-то. О. Магия, не иначе. Бисквиты. О, болонская колбаса, кстати, круто. Но она испортится через 3 дня. Не так уж долго, не так уж мало. Где моя еда вообще? Во, вяленое мясо. 400, 300. Хорошая еда. Давай тогда мясо накинем. Да и хватит. А макароны с сыром испортятся через 10 часов. Я думаю, за 10 часов он выспится точно. Ну, надеюсь я, по крайней мере, на это. Сколько у меня места, кстати, осталось? Вообще тут 3 недели. Что? 3 недели? Так там же написано 3 дня было. Какие 3 недели? Смотри. Примерно 10 часов. А тут больше, чем 3 недели. А тут больше, чем 3 дня. 3 недели. Ну ладно, 3 недели. Это болонская колбаса, ей можно. 21 из 40, 37, 40. Во! Можно складывать вот сюда. В холодильник. Хорошо. Свисток мне пригодится, отмычка тоже. Это мне все пригодится. Ноутбук туда уезжает. Комплект. Отмычки нужны. Смартфон туда поедет. Надо, кстати, их разрядить. Швейцарский нож пригодится. Панама. Ладно, хрен с ней, пусть туда тоже едет. Подсумки, маска, шпильки мне нужны. Это мне все нужно. Еда, вот это вот все тоже туда. Шишки. Ладно, хрен с ними. Два курка тоже туда уезжают. Лайкра. Водка. Маленькая коробка. Бисквиты. Тоже мусор. Пакеты. Вот это тоже туда. Пустая. И вино. Надеюсь, влезет. Ну, вроде влезло. Сколько там времени? 19:09. Да, ну, можно пару часов, я думаю, почитать. Что-нибудь интересное. Что у нас тут есть? Компьютер, общение, выживание до 8. Первая помощь до 3, метание. Ну, тут либо выживание, либо первая помощь. Лучше первая помощь, наверное. Понеслась. Сейчас до темноты почитаем. И в кроватку. Все, хорош. В общем-то продолжает читать, несмотря на то, что стемнело. Где мои сиги? Сигаретка. Витаминки. Туда. 5 минут, пока сигарета докурится. Хорошо. Все, отдыхаем. Обычное дело, ладно, бывает. Предмет какой-то потерялся в кармане. В карманном измерении. Вон, я смотрю, торс начал немножко заживать. Уже хорошо. Закутывайтесь в одежду, чтобы согреться. Так там же есть одеяло, ё-моё! Для кого я туда одеяло положил? Вам нужен никотин, да ты же только что покурила! Мою мать, каждый час она требует никотин. Хоть капельницу подключай и пускай его по вене. Мне тут, кстати, еще недавно сказали, что можно разморозить воду в баке, налив туда горячую. Ну так им получи яйца, что один сига в час. Ну так раньше-то было не так. Раньше-то было.
it paushastic size. Все как в реальной жизни. Раньше-то она требовала сигарету раз часов 12, что ли, где-то так. Ну, когда только начинала курить. Потом она стала требовать сигареты раз в 6 часов. Потом все меньше и меньше, и вот уже требует раз в час. Ё-моё, зачем столько курить? Это же вредно. Все замерзло, да? Угу. Прекрасно. Можно мне макарошки мои разморозить? Что, зря готовил, что ли? Макароны с сыром. Eat paushastic size. Так это я с тобой про баг и разговаривал. Резидент Лиопер, резидент Лиопер, резидент Лиопер. Спасибо. Я проверим. Так, где мой баг? Чистая вода, заморожена. 22 литра из 60. Ну, давай принесем что-нибудь горяченького туда. Можно же воду приготовить чистую? У меня же есть чистая вода. А, бак. Дом на колесах. Бам. Выливаем. Смотрим. Чистая вода. Заморожена. Давай подождем. Подождали. Несколько секунд. Заморожена. Не работает. Увы. Приготовлена чистая вода. Она изначально идет горячей. Так что облом. Пойду лежать снизу с зажигалочкой. Паушастик сайз. Может, мало то воды. Не, сомневаюсь. Смотри, вот еще варим. Варим еще одна единица горячей воды. Выливаем в бак. Заморожено. Ждем еще. Паушастик сайз. 0.5 то всего на целый бак то. Заморожено. Да не, она не разморозится. Тем более на улице температура минус 4. Ну его нахер. Все размораживать еще. Скучный сэндвич, мясной сэндвич. Бисквит с колбасой. Давай, кстати, мясной сэндвич сделаем. И сожрем. Я, кстати, макароны сожрал или нет? Наверное, сожрал. Мясной сэндвич. Волонские колбасы. Восхитительно. Скучный сэндвич. Майонез и бисквит. А, чисто бисквит мажешь майонезом и жрешь. Ммм, вкуснотища. Обожаю. Каждый день такое ем. Стебель за все мусор. Ну, приготовить не из чего. Надо морозить. Надо чего-нибудь размораживать уже. Вы уже высохли. А, так, это все фигня. Это все тоже фигня. Угу. Нам еще и размораживать нечего. Замечательно. Ну ладно, чё. Давай мне сэндвич с майонезом. Что тут поделаешь? По 200. Неплохо. Попить бы еще. Но я думаю, в нее уже не влезет. Для нее это слишком тяжелая еда. У меня есть граната 40 на 46, но это для дрына. Ее уж не разобрать. То бы я зашвырнул ее у наших ребяток нехороших. У меня еще где-то и РПшки были, но, по-моему, я их все сожрал. А собаку сейчас разделывать не вариант. Собаки, к сожалению, сейчас багованные. А у меня есть помывочный набор там или что-то такое? А, у меня стиральная машина, еще я парюсь. Я же могу ее включить просто и постирать. Действительно. Так, все херня. Водочка. Угу. Тогда вот что, дай-ка мне сэндвичи мои. Я их съем по дороге. А во фляжке у меня что? Почему в поясе два инструмента всего? Там же должно быть больше. Подожди. Так. Молоток, отвертка. А, вот в чем дело. Набор отверток. Все. Отвертка и набор отверток. Думаю, хватит. А почему сюда плоскогубцы влезли? Странно. Ладно, пофиг. Как там мои ребята лагерные?
Я тут еще фляжку проверять собирался, кстати, да. Шарфы. Вода заморожена. Понятно. Ребята, как кровати. Готовы? Ну-ка покажите, что вы там наделали. О, а еще одни где? О, шо. Молодцы. Так. Что тут еще есть? А центральное здание строить. У них есть инструменты, но нет всякого говна. А я ведь могу теперь сделать ножовку, да? Нужна наковальня и долото. Хорошо. Наковальня. Нужен тигель. Тигель и рамы. Либо крупные куски стали. Крупные куски стали. Где их можно легко добыть? Крупные куски стали. При этом не разрезая машины. Они же не дропаются из разбитых кусков машины. Или дропаются? По-моему, дропаются. Ладно, сначала тигель. Тигель делается с помощью огня. А, у нас все есть, в принципе, да. Можно что-нибудь горящее? А, хотя... сам принесу. Хотя, что мне носить-то? У меня же топор есть. Где тут мой топор? Инструменты. Ага. А топор мой где? Мой распрекрасный топор. Где-то здесь лежал вроде. Вот он. Сосновая шишка в руках. Положи в карман. Да и вообще, сосновая шишка. Кому она нахрен нужна? Шишка. О, пусть тут лежит. Кстати. Жареный орех, это не то. А где сосновые орешки? Они же раньше были. Или у меня рецепта просто нет. Или навык выживания маленький. Так неинтересно. Срубить дерево. Бревно на доски. На бревна. Вот и сэндвичи пригодились. Сигаретку. Витаминки. А сэндвичи замерзли. Ну и ладно. На бревна. Бревна горят дольше. Наверное. Можно это все перетащить? О! Красота. У меня сила, кстати... Так, сила у меня стала 12. То есть потихоньку-потихоньку она прокачивается. Это хорошо. Это просто замечательно. Когда-нибудь она станет силачкой, как Эбби, и сможет показать Элли, что она лучше, чем она есть. Может быть, отрастит член там когда-нибудь себе и покажет не только Элли. Длинные прочные ветки, значит, да? 9 бревен. Дай мне одно бревно, я думаю, мне хватит. Бревно. Держи. Разжечь. Так, тигель. Глиняный. Выживший может помочь с серийной сборкой. Здорово, здорово, но лучше бы вы учились, а не помогали мне с серийной сборкой. Все, тигель готов. Пусть лежит тут. Сказал бы, что он не сильно нужен, но пусть валяется здесь. Надо, кстати, здесь где-то поставить стол. Надо было вообще, наверное, оборудовать себе кузню.
Я что-то поторопился сюда все это втыкать. Ай, ладно. Пусть. Наковальня. Мне нужны куски стали. Крупный кусок стали есть, одна штука. Ну, это неинтересно. Тут вообще ничего нет. Во. То есть у меня есть 4 куска стали крупных. А для наковальни нужно 40. Браво, браво. 40 кусков стали. Угу. Ща. Уже несу. Кстати, там разморозилась еда. О. Хорошо. Да и водичку надо сварить, раз уж такие дела. Экс. Значит, не получается, да? Ну ладно, будем строить тогда центральное здание. Чего нам там не хватает? Ацетилен на 240, ну извините, чего нет, того нет. Лопата у нас есть. Легкая деревянная рама, бревно. Деревянная рама. По-моему, это реально сделать. Доски, бревен хватает, веревки. Вот насчет веревок-то я не уверен. Хотя вообще-то здесь есть ферма неподалеку, можно оттуда взять веревок. Бетон, известь, песок. Вот с песком будет проблема, с чистой водой будет 100 пудов проблема. Это придется бочку везти с водой. Возможно, в бочке будет недостаточно воды. Сосновые ветки фигня. А можно что-нибудь другое? Там вроде... Во! Было что-то такое. Доски, гвозди. Глина. Угу. Ну, ёлки-палки. А что, если на деревянной раме собрать что-нибудь ездовое? Ну... Просто за собой волочить. Нам ведь не понадобится гаечный ключ. Вроде бы. Водичка, веревки, сосновые ветки. О. Это не я. Кто это сделал? Что это было? А, это подписочка на Ютубе. Благодарю. Кстати, звук появился. Ха. Ну-ка. А тут не появился. Карта хрень какая-то. Последние деньги ладно. Отдаю. Go next серионке. Идем дальше. Как говорил великий. Собаки, я Наруто Узумаки. Собирать все это говно реально долго. И деревянная рама... Это проблема. Если у меня вообще рецепт есть. Рама, тяжелая рама, деревянная рама. 5 досок, 20 гвоздей. Ну ладно, ладно. Сейчас все будет. Радиовышку бы еще поставить. Но там опять-таки не то сварка нужна, не то железо какое-то. Так. Вот ты. Что у нас тут есть? Гвозди, отлично. Доски, 29 штук. Как мне все это утащить отсюда? Загрузить машину в объезд поехать? Нехороший план. Мне не очень нравится. А если так?
Нет. Не через это. Я смотрю, ты уже хочешь никотина опять, да? Никотиновая ломка. На, на, сигаретку тебе, закури. Там уже и торс подлечился, красота. Вот вам доски. Вот вам гвозди. Пожалуйста. Это все хрень. Ну, ров копать незачем. Со значением копания, это все понятно. Доски, гвозди. Вообще херня. Вот. Как вариант. С ножовкой, конечно, было бы полегче. Там просто доски, гвозди и деревянные панели. Хотя деревянные панели добывать немножечко проблематично, но 35 штук, я думаю, можно добыть. О, можем расширить базу, наконец-то. Меткость 5, отправляйся. Будет у нас еще и огород какой-нибудь теперь. Вообще красота. По поводу, кстати, кухни. Нужно еще все-таки ножовку притащить, да? Не хотят они никак кухню без ножовки строить, ну и ладно. Ну и хрен с ним. Деревянная рама. Рама деревянная. Готово. Можно мне построить теперь транспорт? Да, можно. Ну, допустим, я ставлю здесь раму. Раме понадобятся колеса. Ох, какой классный спрайт. А мы, кстати, на чем сидим сейчас? А, там же модов нет, мы же на Легасе. А ну и хрен с ним тогда. Ладно, раме понадобится ручка. Раме понадобится колесо. И какой-нибудь контейнер. А то и все два колеса. Еще у нее нету отображения. Часы нет. Ага. Грузовой отсек, парус, сбруя, ну замечательно. Программируемый автопилот. То, что надо деревянной повозке. А, подожди, то есть на раму нельзя что ли повесить? Ну это неинтересно. Труба, это приваривать надо, не. Складная деревянная рама, нет. Рукоять, морить надо, деревянная рама. Нет, деревянная рукоять, из деревянной рамы делается. Вы можете установить другие предметы поверх них. Давай попробуем. Надувная секция. Подлодку строить. Рама деревянная. Может, механику прокачаю заодно. В смысле? А, да, я там стоял просто. Наверное... Легкая деревянная рама. Или вот деревянная рама. А, гвозди. Зараза. Гвозди. Пойду столы разбирать. Может, ты сам как-нибудь туда дойдешь, а? Да что ж такое? Я срублю когда-нибудь этот гребаный куст. Который не дает мне проходить. На автоходьбе. Так, можно как-то сбросить это? По-моему, кстати, была раньше опция чисто вытащить гвозди у молотка. Интересно, есть ли она сейчас. Скрытящик, окно или дверь, вытащить гвозди. Поблизости нечего взламывать. Понятно, понятно. Бывает. Где моя водичка?
Сигаретка. Я так все сигареты угрохаю. Надо будет самокруток понаделать. Гвозди. Дощечки. Дощечки бы еще тоже притащить. Вообще надо сюда раму притащить. Было. Или строить прямо здесь. Все-таки доски-то здесь. Впрочем, ладно. Не страшно. Чертов лес. Чертовы кусты. А. Да ё-моё. Это болото, я не туда пришел. Тоже болото. А. Помогите. Во. Как раз воды наберу заодно. Вот и я. Вместе с гвоздями. Значит, есть деревянная рама, есть деревянная рукоять. Что нужно нам? Нам нужна рукоять. Допустим. Так. Теперь у нас есть рама с рукоятью. А если мы сюда поставим, скажем, деревянный контейнер какой-нибудь? Стальная рама. А есть вообще какие-нибудь контейнеры деревянные? Отделение для животных, автоклав, магазинная корзина. Замечательно. Нет. Стальная рама, багаж. Багажный мешок. 15 литров, да ты шутишь, что ли? Грузовой отсек, который надо варить. Судомойки. Деревянный ящик. Делается из деревянной рамы и гвоздей. 5 гвозди. У нас вся проблема в гвоздях сейчас. О, а есть просто деревянный ящик. Это 30 литров, а этот... 37. Тоже с деревянной рамой гвоздей. Давай поставим ящик. Думаю, не шибко критично. Ну ладно. А куда мы колеса привинтим? Вообще реально колеса сюда привинтить или нет? Да, реально. Колесо телеги. Деревянное крепление управляемое. По-моему, сюда еще крепление надо крутить, нет? Колесо телеги. Закручивание болтов 2 или выше. А у меня что, нет закручивания болтов 2 или выше? То есть гаечный ключ, как ни крути, нужен. Зашибись. Большое водяное колесо. А это интересно. Но я что-то не встречал мелководья с текущей водой. Даже если брать в расчет реки местные. Это болото, вот, допустим, берег реки. Там есть мелководье, но я не уверен, что там текущая вода. Но вообще источник энергии интересный. Вместо солнечных панелей. Так, гвозди. Закручивание болтов. А что у нас закручивает болты? Да, по-моему, гаечные ключи закручивают. То есть без гаечного ключа далеко не уедешь. Даже если поставить сюда ящик. Дерьмо. Совершенно никакого настроения вот сейчас просто копать. Все, что мне сейчас надо, это пойти и копнуть. Ну, пожрать там еще. Копнуть какой-нибудь земли там. Глины. И подобных веселых вещей.
Да ладно. Овощной суп. О, офигенно. Дикие коренья. Пойдет. Дикие коренья. Коренья. А, в контейнер, конечно. Контейнер. Ну, теперь этот контейнер с супом надо найти. Где он? Так. Здрасте. Где... Где бутылка с супом? Вот он. Пойдет. Что у нас там осталось? Болонская колбаса? Давай захаваем. Фруктовое винцо. Не хочу. Не-не-не, вино не буду мне. Корневище рогозы. 250 килокалорий. Нифига себе корневище. Невкусное, конечно, но... Интересный вариант. Приготовленный стебель. Жалко, нет приготовленного корневища. Неплохая вышла бы штука. Штука. А где мои бинты, кстати? Септики. Ум. И... А бинтов нету, да. Замечательно. Зашибись. А есть самодельный? О, есть просто бинт. Нормально. Из марли. А у меня есть марля медицинская, но тогда лучше использовать ее. Ум. Паяльник. Я могу скрафтить себе паяльник. Паял. Нет, даже рецепта паяльника нет. Зашибись. Ну, надо в город идти. Без ножовки здесь вообще делать нечего. Нужна либо ножовка для дерева, либо ножовка по металлу. Компьютеры до единички. Давай почитаем. Почему бы и нет? Сколько там? 14:30. Нормально. Пойдет. Нужен никотин. Не будем, наверное, сегодня вообще ничего делать. Заставлю местных рабочих, крестьян, еду себе собрать, наверное. Пусть пока ходят, тренируются. Выживание себя с производством качают. Надо им книжек еще для производства закинуть. И пусть носят себе еду. Я ее буду готовить временно. Пусть пока себе ее носят. Попозже надо принести им туда глины. Надо как-то... притащить ее хотя бы, что ли? Потому что это кошмар какой-то. Давай корневище жрать. Фруктовым вином загладим, чтобы не особо расстраиваться. Ну, корневище вообще огнище. А где мои сигареты? А, все, сигареты сдохли. Замечательно. Сколько? Одна. Почему? В смысле окурков не хватает? Да ты шутишь. Ну так неинтересно. Что у тебя с настроением? Минус 19. Корневище и стебель. Ничего страшного, пройдет. Пойду запрягу. Крестьян. Крестьяне? Чего вы тут делаете? Я тут венцом вот балуюсь. Выберите тайл. Вот рядом с кухонькой будет тайл. У нас ферма, наверное, будет там. Столовая. А что можно делать в столовой? Интересно. Животноводческая ферма, центральный склад, производственная мастерская. Давай-ка мы все-таки забабахаем ферму. К тому же ферму можно раскапывать, по-моему, прямо сейчас. Нужна только лопата и побольше веток. Ну или просто лопата. Просто лопата у меня есть. Ща, принесу. К тому же я могу сделать еще одну. Лопата. Не здесь. И не здесь.
Вот она. Деревянная лопата, доска, доска. Доска, доска. Она доска. Деревянная лопата. Давай скрафтим делов-то. Гвозди и доски. Фигня, положить на землю. И работать. Заодно и навык прокачаю. Вон там еще и кумар наблюдает за сборкой. Может, чему научится, как лопаты крафтить. Эй, в кладовой пусто, мы так из-за голода умрем. В смысле? У вас там 40 тысяч этого. Вернее, еды. Вернее, килокалорий. Что за... Что ты мне тут врешь? Давай проверим. Давай, давай посмотрим. Распределить еду. 29 тысяч килокалорий. 11 дневных рационов. Какой пусто? О чем ты вообще? Пусто. Шутник хренов. Иди базу расширяй. А, мне нужны простые грядки. Иди. Копай грядки. Завтра приду, проверю. Если грядок не будет, я тебя сам закопаю. Вместе со с твоей астмой. Так, нужно пожрать что-нибудь. Такое вкусное. Что у нас там для верхушек нашего общества сегодня готовят? Клейстер. Минус 14. Обожаю клейстер. Что может быть лучше, чем клейстер? Бульон. Но это не смешно. Ладно, хрен с ним. Тогда так. Сейчас почитаем что-нибудь. О, механику можно до троечки поднять. А, торговля, общение, винтовки, плавание, общение. Это все не надо. Это уже не нужно. А, так, подожди, тут еще какие-то книжки были. Во, общение, химики, выживание. Вернее, химия. Что есть первая помощь? Можно и первую помощь прокачать. Черт. И все нужное. И механика нужна, и выживание. Давай первую помощь. Хотя, подожди. Вот так. Вот так. И вот теперь первая помощь понеслась. Слишком темно. Ёлки-палки. Надо дочитать книжку все-таки. Несмотря на усталость. Первая помощь — это важно. Особенно при столкновениях с этими кристаллическими мудозвонами. Я вот думаю, если они каменные, может быть, против них взять что-нибудь дробящее? Какую-нибудь биту там или еще что-нибудь такое? Кстати, мне тут говорили про цеп. Крестьянский. Но у меня рецепта нет, так что, увы. Сильный голод. Ну, жри корневище, чё? Что тебе еще сказать? И водичкой чистой запьем. Все, отдыхать. Ну да, невкусная еда, но тебе-то какая разница? Ты все равно проспишь все это время. У тебя все это время будет на руке гореть надпись «Вам нужен никотин». Это женщина, наверное, во сне, когда ворочается, ей снятся какие-то кошмары, она просто лежит и бредит в холодном поту. «Нужен никотин! Никотин надо найти! Никотин! Никотин!» И в кошмарах не приходят никотиновые монстры. Такие обрубки сигареты, окурки. Вылезают из баночки на скафе, такой все облезлый, старый уже, обкуренный, вонючий. Обычная женщина, ну, бывает, что. Что с нее взять? Эта женщина пережила апокалипсис, и не только. Она пережила своего друга, которого убила за рюкзачок, между прочим. Всего лишь за сраный рюкзачок. Он не так на нее посмотрел, она
засадила ему, засандалила в голову шпатель, и рюкзачок стал ее. Кстати, где мои коренья? Где вот это все? Корневище. Придется жрать корневище. Что поделать? Приходится. И вода замерзла. Все нахрен замерзло. И температура всего минус 6. Разве при минус 6 так все замерзает? По-моему, это так не работает. Такого, по-моему, быть не должно. Витаминки. Табачок. Все. Отлично. Вакцинирован несчастье. Минус 23. Нормально. Живем. Ну что, готовы мои грядочки? Где они тут все? Обследование местности. Один тайл. Ну, хорошо. Вот здесь будет столовая. А, в пределах одного тайла, да. Да-да. Тогда столовая будет вот здесь. Столовая. И расширение простые грядки. Получил немного опыта. Молодец. Молодец. Это у нас столовая. Построить основные бревенчатые стены кухни. Нет, это не столовая, это кухня же, не? Построить кухню в центре. Нужна пила. У меня нет пилы. Столовая. Столовая. У меня две столовых. Я же строил кухню, а не столовую. Какого хрена? А поменять теперь нельзя никак? Мне бы снести этот блок. Ну ладно, хрен с ним. Ветки... Фермерская хижина, ветки, гвозди. Гвозди я принесу, это не проблема. А почему вспахивать поля нельзя? Готово к посадке 108 семян. Почему вспахивать-то нельзя? Странно. Ну ладно. Сбор дров нам принесет. Ветки, раскол плесень, это все фигня. Материалы, во. Отправляйся собирать материалы. Где наш там дружок? Расчистка леса, сбор дров. Растения, прочные ветки. Иди собирай дрова. Шел. Гвоздей им, что ли, притащить? Ну вот это, конечно, да, это нехорошо получилось. Ну, что поделать, что поделать. Кстати, надо проверить тут все. Вот, кстати, реально странно. Это вроде отсюда должно идти. Реально странно. Ладно, неважно. Ой. Куда дальше пойдем? Я вот думаю. За веревками может сходить. Раз уж я неподалеку от фермы. Опа, подожди секунду. Это что это там за трубки были? Сто пудов видел трупики. Где они? Не надо прятать от меня трупики. Что за... магия? Очень странно. О, но этот трупик далеко. Да и у нее почти ничего нет. В банке есть хоть что-нибудь не пустая. Так, вот это уже интереснее.
труселя, носки, футболка с флагом, шляпы, ночные сорочки, компрессионка, кстати, но это далеко. Но за компрессионкой я схожу, это да. Заодно и сено притащим. Интересно, получится это все утащить? О, получилось. Клево. А компрессионка у кого? Не у тебя. Где компрессионка моя? Так, ты. У тебя компрессионка. Лайкру мне. Зараза. Ну как так? За что мне вот это вот? Судя по открытым дверям, я здесь был. Ничего здесь не осталось. Ну, кроме телевизора. Тоже мне место для базы. Так. Надо покурить. Попозже надо покурить. Пока нет зависимости. Еще не вспыхло. Вспыхло. Вернее, еще не загорелось у нее. Что я с собой тягаю? Ага, очень много всякого ненужного. С этим мы попозже разберемся. Мне еще контейнер надо делать, кучу ящиков надо сделать. Ужас. Столько дел, кошмар. Пшеница, кстати, я ведь могу с пшеницы что-нибудь вкусное творить, правда? Древесная зола. Еще пшеница. Ой, не хочу. Не хочу ее собирать. По поводу, кстати, собак. Мне сказали, что можно подзывать собак свистком. Вот сейчас и проверим. Правда, пешком придется погулять, но ладно. Немецкая овчарка мне не страшна. Я уже с ними как-то разок познакомился. Они показали свою силу, я показал свою. Ну, мы, в общем, разошлись с друзьями, да. Совершенно ничего необычного. Нет, я так буду долго идти. Давай-ка побыстрее. Во, питбуль. По-моему, я кого-то из них приручал. Где вы там, шавки? Да, вон одна шавка. Свисток, пошуметь. Вы свистите свисток. Собаки меня игнорируют. Прекрасно. Вот ты. Эту собаку зовут Сволочь. Не спрашивайте, почему. Просто потому, что так зовут. Я могу ее привязать. Я могу с ней поиграть. Я могу ее переименовать, закрепить на ней сумку, толкнуть и поменять местами. Но даже на наличие веревки я не могу ее забрать с собой. Она не идет за мной. Она стоит на месте. И собачится. Давай я еще свисток свистну. Собаке абсолютно насрать. Привязать. Длинная веревка. Привязал. Все, теперь она стоит на месте. Ну как на месте? Я могу ее, конечно, вот так двигать, но вы же понимаете, что это бред. Все, вот так будем идти. Да, определенно, точно. Я уверен, мы так очень быстро доберемся до дома. Отвязать. Может, надо взять собаку, вернее, собаку, веревку в руки. И что-то сделать. Вы не можете ничего сделать. Поменять, переименовать, привязать. Ничего, совершенно ничего. Она за мной не идет. Собака застряла на месте. Поиграть. Да, поиграть. Вы играете с питомцем. Все. И собака застряла. Опять.
И она уходит опять куда-то. Бред, бред. Вакцинирован, несчастен, бла-бла-бла, ничего такого. Ладно, поехали дальше. Ну, дальше, в смысле, домой. Можно, конечно, за Сифором зайти. Да, пойдем-ка за Сифором сходим. Есть у меня один интересный план. Сегодня ночью пойдем на вылазку, наверное. И кое-что веселенькое сделаем. Да хватит со своими немецкими овчарками. Вы не можете достичь этого пункта назначения. По какой такой причине? Вот забор, мы на месте. Алло. Мы ищем таланты. По-моему, это тот самый бункер. Как тут светло-то. Кто-нибудь что-нибудь видит или нет? Так. А у меня никаких источников света. А, вот есть свечка. Сойдет. Во. Где-то тут вот он. Стифор, там магазин для барита и дымовая граната. Ну, дымовая граната, я думаю, мне просто не нужна. Потушить, конечно. Так, по поводу Сифора. Значит, что мы делаем? Мы бежим со всех ног к машине. Хотя нет, мы по стелсу к машине прокрадемся. Заложим в ней Сифор. И я включу свет и покажусь там. Перед светом они все сбегутся на меня, и я бабахну Сифор. И все будут счастливы. Нет. Наверное. Как бы на этот Сифор не сбежалось еще больше народа. Конечно, я зря, наверное, начал собирать раму. У меня просто лень на машине объезжать все эти кусты. Тут мало что можно поделать, конечно. Видимо, объезжать кусты придется, как ни крути. Ладно, давай в лагерь идти. До вечера сейчас еще надо что-то делать. На часах 9 утра. Надо, наверное, либо накопать глины ребятам, чтобы они работали дальше, могли строить центральное здание, либо пойти сейчас пожрать, почитать книжку, радоваться жизни, чем заниматься чем-нибудь исключительно веселым. Кстати, я вот тут прикинул, не обязательно же держать все в баках, правильно? Мне же не нужно это все держать именно здесь, поэтому я могу просто сделать вот так. Что? Не хватает места, что ли? Что такое? А место еще завались. Вперед. Единичка, вроде пусто. Во. И так будет гораздо удобнее. Наверное. В смысле? На что? А, там нет ничего. Right. Тогда туда. Так, это все туда. Даже будет, если оно лежать на земле, наплевать. Пусть лежит на земле. А то я могу просто прийти и сбросить сюда все, что мне не нужно, и все. Зажигалка. Пусть со мной пока. Хотя вообще-то вот так вот сделаем. Вертки, плоскогубцы, отмычки, свечки, термометр. Да не особо мне нужен термометр. Шпильки с биноклем. Все пригодится, это все туда. Курки, сухожилия мне нужны. Гвоздь, сено, сено не сюда. Лайкра. Пустая пачка сигарет. И все. А, и длинная веревка. Эй, народ, я привез вам кучку сена.
Вам должно понравиться. Целых 40 штук, между прочим. Во, можно кровати делать. Клёво. Ой. Как только придут ребята с заданий, а это будет через час примерно, надо будет занять их кроватями. Пшеничка. А я могу приготовить пшеничку? Наверное, могу. Еда. Семена пшеницы. Ну ладно, давай семена. Пофиг. Надо, кстати, отнести все эти семена куда следует. Семена. Семена дикой травы, дурмана. О, семена пшеницы. Они же не тухнут. Им же ничего не будет. Так что хрен с ними. Семена, семена. Где мои семена? Лайкру схватил. Ай, так найду. Семена. Так гораздо-гораздо удобнее. А что у нас, зависимости нет? Странно. Игра с питомцем. Удивительно. Поел за столом. Ох, на моральный дух-то как это все влияет. Книжки. Будем читать книжки. Первая помощь, механика, общение, винтовки. Плавание. А если так? Общение, выживание. Но это 46 минут глава, это жесть. Девять сорок. А сколько у нас вообще? 15. Ну, мы, наверное, сегодня пораньше закончим тогда со стримом. Когда вылазка будет в следующий раз. А пока что... Спасибо, что пришли. Наверное. Ах, да и я немножко устал, надо пожрать. Сегодня, к тому же, понедельник, тяжелый день и всякое такое. Ну, а с вами мы увидимся попозже. Завтра, конечно же, тоже приходите. Завтра в то же время, в том же месте. Та же самая абсолютная игра. Ну, да. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, 4 часа вечера по Москве. Просто включаешь стрим и сидишь, смотришь. Вот. Ну, а я пойду, пожалуй. В общем, такие дела.